Всем привет, это все канал Туманов Плей. Мечтают, но по-разному. Одни грезят ночью, в темных закоулках разума. Но стоит им проснуться, как мечты их обращаются прахом. Но есть и другие. Те, кто грезит наяву. Опасные люди, ибо они идут навстречу мечте с открытыми глазами. Это сделал я. С вами Владимир, и мы играем в Uncharted 3, ребята. Иллюзии Дрейка называется игра. Третья часть из серии о Нейтане Дрейке. Руки вверх. Любишь свою работу? О, да, обожаю. Теплый прием. Оружия нет. Прошу извинить. Это вынужденная мера. Полагаю, вы Толбот. Мистер Салливан и мистер Дрейк. Это я. А ну у вас? Сначала покажите деньги. Картер. Все здесь. Показывайте. Я должен его проверить. Конечно. Серебро. 16 век. Елизаветинская эпоха. С девизом сэра Фрэнсиса Дрейка. Что ж, кольцо подлинное. Ну, конечно, подлинное. Позвольте спросить, а откуда оно у вас? Это важно. Мой клиент будет доволен. Постойте-ка. Нас хотят надуть. Уверяю вас, мистер Дрейк. Эй, ты прав. Эти купюры явно фальшивые. Это что еще за комедия? Могу задать тот же вопрос. Ну все, баста. Сделки не будет. Клиенту скажете, что все профукали. Идем, на это пошло, но все к черту. Не в вашем положении ставить условия. Отдавайте кольцо, берите кейс и уходите отсюда по-хорошему. Пока можете. Делай, как он говорит. Вы вор. Надо же, какая ирония. Нифига встряли, да? Так, ладно, начало вон оно какое. Давай. Стой, это... Все! Этот мой! Промазал, чувак, ты чё? Один на один. Ай, блин, не ту нажал кнопочку. Ну, ещё подходи. Салли тоже молодец, там разобрался с ним. Ах ты урод. Отвали, а. Ну и ну. Салли, вставай, пошли, давай. Устал, что ли? Ну все, тебе конец. Так, стопэ, ты че, блин? Ах ты! Ты посмотри на него сзади хотя. Дед тоже молодец. Салли, подожди, дай я с ним разберусь. Ну, уходим отсюда.
Погнали. Это что? Привет, дистрофик. Дистрофик, нифига себе дистрофик. Давай. Так, ну табуретка, вход. Не советую, дедуля. Деда отпусти. Так. Вы что творите, ребята? Что происходит-то, я не понял вообще. Мы, главное, пришли к вам по-доброму. Держи его. Ты пролил мое пиво. Еще один раунд, ребята. Ладно, да вы что, а? Куда на толпой-то нападать на меня? Ах, черт. Ой-ой-ой, он ушел. Не дождался, короче говоря, своей выпивки там. Следующий. Саля, ты где там? Где ты спрятался-то? Я присоединюсь, не возражаешь? Ну все, он попал. Так. Бей их, ну давай с тобой еще поговорим. Это все? Черт, как ты нехорошо. Ты меня вышла. Не хватай. Всех раскидали, короче, один где-то вон там. Во, иди сюда. Помоги. Где помочь тебе, Салли? Ты где там? Ща помогу. Отпусти деда, ты чё? Спасибо. Готово. Оу, хорош ты, больно же. Черт, плохо дело. Ладно, если я встану, давай, то ты ляжешь, сейчас, понял? Сейчас, погоди секунду. Я догоняю. Ах ты дистрофик, а. Ой, какой же он крепкий-то, а что же мне с ним делать-то, а? Так, я готов. Я уже иду к тебе, чувак, сейчас, подожди. Сейчас. Да что такое-то, он мне не дает даже выйти. Вот так вот, твои стероиды не помогут, понял? Да кто ты такой-то вообще, откуда взялся? Ой, хорош меня таскать, как игрушку. Ай, наверное, унитаз, ну это вообще просто больно, наверное, ему было. Баунс. Да живой, пошли, еле-еле с ним справился. Пошли отсюда, Нейт, пошли через черный ход. Держи их, старый хрыч за мной. Вот так у нас наше приключение началось. Ну как тебе? Салли, ты что там делаешь-то? Пошли, да, дальше. Пошли. Ну, проходи. Упс. Черт. Ох, засада. Ну ладно, их четверо всего. Черт. Ай! Подожди, стой. Субтитры не выключай. Ну давай, иди сюда. Зря ты это сделал. Один трёп. Эй, хватит с него. Да, приятель? Стоп. Лежать. Кто там подкатил к нам? Опять этот, что ли? Дама какая-то с ним еще подходит. Ну ты посмотри, что на него. Ну, Виктор? Кейт? Все бродишь по подворотням со своим протеже? Подумать только, в твоем-то возрасте. Это вы, ну конечно. О, осторожно, вдруг растаете. Тот же дерзкий щенок. Такой смелый. Кто щенок-то, ты чё? И всё-таки чего же ты боишься? Убери нож. Ни пуль, ни крови, ни зверской боли. Нет. Тебя всё это заводит. Так ведь? Бой со смертью. Кто кого? Кейт. Кольцо оставь мне, ты чё, не трогай вообще. Не бойся, Виктор, я не трону твоего мальчишку. Я лишь заберу свое. Отдайте.
Катер. Ничего себе. О боже, что ты наделал? Болван. Не стоит благодарности, мадам. Ты дурачок, ты что делаешь-то? Вам нужно уходить. Так третьей части может и не быть, блин, в начале прям сам. Что с того? Эй! Вот так Салли встрял вместе с Дрейком. Картахена, Колумбия. Эль Пирато Фрэнсис Дрейк. Двадцать лет назад. Это идет предыстория, наверное, откуда у меня кольцо это взялось. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Какая-то выставка, и, похоже, ладно, я его там спер, да? Ну, мы узнаем об этом, поехали, ребята, в следующей серии. Давайте посмотрим в дальнейшем, как это было. Великое начинается с малого. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, ребята. Спасибо и пока.